Второй сет Алексеев как, не как защитник, а как чистый нападающий забивает Андрея. Твою-мою, ну что ж ты? Надо было ударить, как сыграл ты, Дань, подальше. Я хотел аккуратно тебя скинуть, блядь. А он начал ракетку, там что-то ракетку, не так. Саша, ты мне доволен? Вот, Саша, никогда мне ни слова не скажешь. У нас Сашка хороший, да? Выиграем, поддержим. Да, я хороший розыгрыш еще раз бывает, да? Вот так, он, Андрей даже в другую сторону побежал, да. Просто я говорю, да, когда же не играл, я говорю, а когда же не искал, то я говорю, что я делал. Да, 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 ах, дотянул все, вырезал, но не попал. Да, да, удар Алексея мощный. Трудно возвращать. Ну что же она не идет-то, не идет. Не чувствую. 5-3. Я буду экспертом. Да, да, раскатал Андрей, вернул из правого, но до левого вернуться не успел. Да. Андрей вправо собрался бежать, но потом понял, что удар будет влево, но уже дернулся. Да. Да. Желал, была попытка, но... Два раза в левый и очко проиграл. 3-0. Поиграть с ним? Хочешь? Сейчас попросим, конечно. Он шиповик. Ошибка Андрея. Спасибо огромное. Так. Да, ты до трех понял. До трех побед. Сейчас мы перестегнемся.